Короче, проверяем рабочую схему перед продажей компов в Беларуси. Вот, пошел за 10 баксов, взял комп сейчас на М2 платформе. Посмотрим, что там внутри у него будет, когда домой приду. Ну и попробуем его запустить. Если все заработает, пересыпем сразу две сборки и попробуем все это выставить на продажу на кухню. И посмотрим, что из этого получится. Ну, вот так вот. Ну, в общем, что я хочу сказать. Купил я, короче, еще один комп. Вышел он мне примерно, сейчас скажу, баксов, наверное, 15 где-то примерно. Вот этот вот вышел. Корпус тяжелый, просто до усрачки. По сравнению с вот с этим, то есть, ну, я его одной рукой могу вот поднять и опустить. Этот хер поднимешь. Такой тяжелый, что просто капец. Короче, в нем что? С этим я вчера мудохался. Вот планки оперативки по гигу, как бы вроде рабочие, надо еще их перепроверить будет. Что из них, из этих компьютеров мне достается? Получается, со вчерашнего, ну, грубо говоря, с того, который за 10 баксов, получается 250-ка рабочая с виндой. С этого еще не проверял, тоже вот 250-ка ВД-шка, тоже саташная. То есть по этой плате что? Здесь не работает звук. БП рабочий, корпус неплохой. Не работает звук, отломано крепление этого самого вентилятора. Одна плашка памяти живая, слава богу. Что еще? Стояла там вот такая вот видюшка на 512. Ну, ей не повезло, на нее упал кулер вместе с вентилятором и сколол SMD компонент вот здесь. То есть, и поэтому она, возможно, не стартует. Ну, хер на нее. Потом будем разбираться, как будет время свободное. Так что пускай пока лежит. Ставил свою. Было здесь 3 гигабайта оперативки по 1 гигу, 3 плашками. Это не алло, на нее ругается, не запускается ни хрена. И поставил пока 2 по 1 гигу. И вот запустился комп. Даже на венике стоит винда 7. Вот это все запустилось. Короче, сейчас посмотрим, что там есть. Короче, как-то так. Купил за 10 баксов нерабочий комп. Вот. Он запустился. Крутяк. Берем, достаем эту херню. Отлаживаем в сторонку. Так. Вот у нас есть здесь. В этом плашечка одна. Сейчас посмотрим, как с ней будет запускаться. Это же Unix. Гиговая. Первый слот ее ставим. Ругается, короче, у нас. Берем, короче, стеркой по контактам. Как это, блин, показать? Короче, вот так вот по контактам. Рукой придерживаем, чистим. Аккуратно ставим в слоты, чтобы не сломать. Вот сюда зажимаем кнопку на пуск. Сейчас посмотрим, что у нас опять оно будет пикать, не пикать. Оп. И все. Сразу запустилось. Так. И теперь вырубаем. Пробуем остальную. Все чистим и пробуем. А до этого не хотел загружать. В общем, что я сделал? 4 планки по гигу стоит. Стерочкой все протерся.
по одной все заработало. 4 гига приняло. Видяшка работает, 512 мегабайт. Просто не знаю, пока не смотрел, что сейчас запущу, посмотрю. Все это полностью. Кстати, комп не запускался из-за жесткого диска, из-за привода DVD-шного, видно в козе или что он. То есть я его откинул, сразу все заработало. Вот, все это еще почищу потом полностью. Ну, буду, как говорится, результат показывать. Тест игр, программок, винда, все дела. То есть вот так. Кнопку на старт. Вот 4 плашки. Смотрим на монитор. Запуск идет. Загрузка сразу быстренькая пошла. Винчестер определился. Так, процессор у нас Athlon Dual Core 4600. Угу. Ладно, посмотрим, что за он. В этом говне какой-то другой стоит, не помню, что за он. Какой-то там Athlon. Ну да хрен с ним. Так, тискаем. Что там, F1, да? Оп. Смотрим. Update success. Должна загрузиться винда, скорее всего. Угу. Ее у нас, походу, здесь нету. Значит, тогда делаем вот так. Перевтыкаем хард. Еще один запуск. Веник перевоткнул. Этот снял. Смотрим. Так, F1. Что у нас там? О, вот это уже хорошо. Значит, то этот, скорее всего, пуст, либо ему трындец. Ну да и хуй с ним. В общем, у нас не было чего? У нас не было звука. Короче, на вот этой херне не было звука полностью. Там драйвера сбрасывал, что-то еще делал. Поставил на свой комп. Веник с 10-й виндой. Сука, у меня тоже звук пропал. Вот это мне больше всего прикалывает. Да ладно, разберемся. Короче, вот винда грузится, все работает. До этого он был мертвый. И этот не включался, и этот не включался. Теперь работают оба. В том, правда, нету видяхи. Ей не повезло.